ехали на тренировку под дзюдо. Аришка уже пошла наверх. Сейчас я вас, да, поснимаю чуть-чуть. И потом мы поедем в Пятерочку. Привет! Привет, привет! Привет! А там еще и Викулька. Я уже Вику видела. Алиса? Ух ты! Классно! Вот так вот. Вот она также и соперников на татами перекатывает. Да? Ну что, вам хорошей тренировки? А мы сейчас... О, а вот и Ванечка. Неужели такое может быть, Алис, чтобы у тебя голова кружилась? Все, мастер-класс по завязыванию пояса. А ты понимаешь, призера России по джиу-джитсу. Вот, мастер-класс. Молодец. Ух ты. Слушай, Алиса, сколько у тебя талантов, а? Ребят, я уже не буду их отвлекать, у них уже построение, они начинают тренировку. Вот, сегодня они вот с этими резинами будут тренироваться. Почему-то Аришка и Ванька высказали полный восторг по этому поводу. Вот, ну все, мы пока в магазин. Я пока ходила, уже мой пояс одели. А, вот так вот? Вика с черным. Юлия Викторовна, смотрите, правильно? У меня жопка. Прыжок надо делать, нога там. Выше. Вик, ты идешь, Мак, не подсаживайся. Я? Влево-право, чередуем в сторону. Вот, мы пока съездили в магазин. Они тут тренировались. Но Ванчу, тебе, оказывается, плохо стало. Вика, ты не, почему не ищешь соперников? Алиса, с Ваней. А где заклад? Мах. Ребята, чтобы сделать кувырок, вы должны сделать мах ногой. И вы сами крутнете. Там зато ни детей, никого нет. Куропатки. Возвращай зеленый пояс Вике. Вика, черный пояс на базу. А, то есть у них обмен. А если Сири решили просто нет, у меня палец. Видите, что они с Юлией Викторовной сделали? Ужас, ужас. Ну что, всем пока-пока. Все, отвисло. Да, отвисло. На самом интересном месте камера зависла, когда Юлия Викторовна от них избавиться пыталась. Из-под них выбраться. Так, Иван вчера забыл носки вот эти. Энергии массы. Всем пока-пока.